Всех приветствую, дорогие друзья. Ну вот и подошло время сделать текущие ремонты. Инструменты, которые принесли на ремонт конкретно. Вот, потому что, к сожалению, на продажу делать инструменты практически нет времени. Это редкий случай, когда можно выкроить какие-то там пару дней, чтобы подвести инструмент и продать. Но это редко случается. И инструменты на продажу сложнее делать немножко, чем ремонтировать. Потому что я покупаю инструменты, так сказать, в основном, конечно, такие ретро, старинные. Ну, если не брать в учет всякие там тульские гармошки, которые там мне просто навязали, их даже брать не хотел. Ну, сейчас у нас баян тембра, как-то было видео, я его ремонтировал. Сейчас я покажу. Видео будет не длинным. Рекомендую видео посмотреть, потому что покажу еще несколько интересных, возможно, баянов. Вот, ну что ж. Поиграем. Что тут у нас с инструментом? Он у нас трехголосный. Ну, пищит, видите, клапана переклеивать надо. Ну, что-то хотя бы попробую сыграть. Значит, смотрите, что в правой. Пропускает клапана, из-за этого такой слабоватый звук. Но! Бас очень вялый. Он вялый какой-то, в нем нет упругости. Упругость должна быть в басу. Баян звучит вяло, очень тихо, из-за клапанов в частности. Потертости здесь у него всякие. Попробуем немножко шлифануть. Вот, по косметике, ну, грязный он, ремни старые, кнопки ржавые. Вот, не знаю, посмотрим, может, перелью. Поглядим, короче. Друзья, ну, краткий ремонт инструмента, краткий обзор, точнее. Значит, что тут? Ну, вот у нас грязь, тут ржавчина. Я все-таки, наверное, кнопки перелью, вот просто вот ради принципа. Посмотрим, не знаю, как тут все снимается. Если все снимается, все перелью. Клапана деревянные, это хорошо. Интересная конструкция. Это не тембр, это баян ансамбль, я перепутал. А отличие от тембра, у тембра все здесь идет. Здесь, видите, сделано каким образом. По-моему, если я не ошибаюсь, насколько я помню. А здесь гриф стандартно стоит, и сзади идут клапана вот трехголосные также, деревянные. Ну все это будем снимать. Буду переклеивать все это. Что у нас внутри здесь? Давайте поглядим. Внутри здесь, в принципе, все достаточно прилично. Единственное, вот видите, лайки здесь отогнулись. Посмотрим, что с внутренними еще происходит. Но так как вот с этой стороны они не отвалены, скорее всего, внутри все, в принципе, более-менее в порядке. Ну, по ходу ремонта будем смотреть, как подошвы прилегают. А, ну вот, видите, раз, болтается. Все, здесь звук у нас улетает. Здесь тоже болтается. Все, это будем смотреть, что тут у нас происходит с этим. А, вот баян дебют приносили, быстренько сделал. Ну, такой, не стал снимать уже видео. Там такой маленький, небольшой ремонт. Такой, больше косметический. Но все равно сделал пол капиталки в любом случае. Вот. Так, что здесь басовые? Басовые лаечки хорошо прилегают. Ну, странно, звука нету. Ага, вот он болтается, видите? Все, это будем исправлять и смотреть внутри, что происходит с залогами. Аккордовая тоже немножко болтается. Вот, вот где звука нету. Это мы все сделаем. Там придется, скорее всего, фуговать. Ладно. Ну, начинаем ремонтик. Посмотрим, что из этого получится. А, ну вот, хотелось еще вот забыл показать. Крышки, видите? Грязные, кривые. Но это тоже работа, вот это вот вычистить, выправить, это тоже входит в ремонт. И не надо думать, что это не важно. Важно, как показала практика. Еще важнее даже, чем хорошо звучащий инструмент.
ремни под замену. Здесь вот вонючая тряпка, уберем. Ну, все остальное более-менее нормально. Мех единственное мне не нравится, что он, видите, он искривлен. Он, видать, как-то либо тянули его в разные стороны, либо что, либо где-то он стоял на каких-то уступах, вот он весь покривился. Но это ладно, это для такого баяна нормально пойдет. Главное, чтобы целый был, не дул, и уголки были целые. А, еще вот он мне говорил, человек, который сдавал, что его отец, по-моему, как-то вот что-то сделал с мехом, что он очень туго ходит. Что-то он тут в нем... Как-то вот он двойной... А, он двойной... Нет, одинарный. Что-то он здесь вклеил такое, что вот он действительно очень-очень тугой. Очень тугой. Ладно, будем разбираться с этим совсем. Ну вот, друзья, вблизи покажу, что тут. Ржавое, видите, все. Не знаю, как это вычищать. Но попробуем. По идее, конечно, это все снимать надо. Ну, мы и снимем. Друзья, ну вот идет разбор. Баян вологодский. Значит, что я хотел бы сказать. Я не знаю, какое у него будет звучание, какие у него звуковые характеристики. Может быть, не самые лучшие, но я вот что вам хочу отметить. Вот и не тембр, а именно баян-ансамбль. Мне он нравится. Сделано очень добротно. Просто, но добротно. То есть, вот, допустим, механизм даже вот переключения регистров. Там стоит латунная перегородка. Мягко ходит, хорошо. Но он здесь не докрывает, это отремонтирует, там мелочь. То есть, сделано как-то очень неплохо. Сами вот клапана отлично деревянные, хорошей формы, не хрупкие, все прорези, все одинаковые. Закреплены очень плотно, с большим трудом снимаются. Вообще думал прямо вот так вот делать, переклеивать, но это крайне неудобно, надо снимать все-таки. Вот, будем снимать, посмотрим, что получится. Надо поработать хорошо с голосовой частью, может быть, инструмент и зазвучит, поглядим. Друзья, буквально маленькие нюансики. Вот обычно в баянах с такой механикой это деталь пластиковая. Здесь она деревянная. Вы знаете, я бы предпочел все-таки с пластиковой. Мне кажется, это более удачное решение. Но эта деревянная, несмотря на ее возраст, работает отлично. То есть она практически не потеряла ни геометрию, ничего здесь не задевает нигде. То есть использовано хорошее дерево, хорошие технологии. Обратите внимание, вот здесь они дополнительно проклеили пластик, то есть целлюлоид, чтобы дерево здесь не трескалось, не рассыпалось и одновременно была защита, то есть закрепили. Это мне нравится. Дальше, вот смотрите, третий ряд. На каждую железку они приклеили кусочек кожи, чтобы не было стука. То есть вот такие мелочи, да, как бы говорит о том, что как-то заботились о потребителе на вологодской фабрике, по крайней мере, при изготовлении баяна ансамбль. Я еще раз повторюсь, я не знаю, какие у него будут в конце звуковые характеристики, может быть, не очень хорошие, но то, что вот сделано добротно, вот такие нюансы учтены конструкторами, производителями вологодской фабрики, это радует, это очень приятно. Сделано аккуратно, ровненько все, я смотрю, дерево все вот дополнительное. Вот обычно баяны... Третий ряд просто к деке крепится. Здесь, видите, они планочку сделали, приклеили. Это вот хорошо, такие мелкие конструктивные особенности, приятности, скажем так. Это замечательно. Кое-как я снял клапана, закреплены просто на века. Даже немножко некоторые вот здесь вот рычаги чуть-чуть деформировались, но это я отогнул. Главное сильно, чтобы металл не устал. Ну вот, короче, я снял, разобрал клавиатуру. Буду сейчас сдирать кожу, отшлифовывать их и обклеивать новые. Потом буду думать здесь, как это все возвращать на место. То есть, ну, мне понятно, как это возвращать. Буду переливать, не буду. Что буду с планками. Но держится очень крепко. В отличие вот от тульских баянов. У тульских вот это все отваливается, как правило. И у кировских. Здесь держится очень хорошо. То есть, прям вообще мне никаких вопросов нет. Потом, опять же, смотрите. Сколько лет баяну, лаечка вся на месте. Ну, вот здесь единственное загнулось. Но это, я думаю... Не от того загнулось, что она старая, а от того, что плохо вставляли резонатор. Неправильно. Зацепили лайку и загнули ее. Здесь есть, конечно, которые вот деформировались, но это поменяем. Но то, что разболталось, это тоже мелочь. Дерево немножко усохло там, металл немножко отпустил там, чуть-чуть это дело времени. Корпус сделан хорошо. Мне нравится этот баян. Как он сделан. А как он звучит, не знаю пока. Друзья, ну вот начинаю я на место ставить
Вот с большим трудом счистила с клавиш, с кнопок ржавчину. Очень сильная была ржавчина. Снял кнопки. В этот раз попробую сделать такой перламутр, более настоящий, более естественный. Ржавчину снял. Ну, практически все так вот так вот. Как бы нормально уже выглядит. Ржавого нету. Все. Короче, продолжаем ремонт баяна ансамбль. Друзья, вот подтверждение моих слов. Вот та же октава, получается тот же голос. И он залит просто воском. Никакого здесь клея, никаких тут нету смесей типа этого, как он называется. Друзья, ну вот подтверждение моих слов. Никакого тут нету клея, никаких нету тут этих, какого, канифолей, никаких тут смесей с канифолями нету, ничего тут не растрескано, хорошо сидит голос. Единственное, тут лавечку надо поменять. Прекрасно сидит, хорошо держится, на гвоздике все. Воск тут, в данном баяне воск, он имеет, выполняет функцию не только клея, как, допустим, часто бывает, он функцию герметика и клея выполняет. Здесь он выполняет только функцию герметика. Если вы посмотрите по кругу, то голос плотно прижат гвоздичком к дереву. Не надо никакого казинового клея, не надо никаких тут канифолей сюда, которые кристаллизуются, и потом у вас голос будет дребезжать. Не надо использовать. Вот мастика, либо воск, все прекрасно работает, долго держится. Не слушайте никого, вас вводят в заблуждение специально, чтобы вы натворили там делов, потом обращались к этим мастерам. Не слушайте, там провокаторов много. Друзья, ну вот, все, клавиатура у нас застывает, перелила. Была очень желтая, очень была желтая. Если бы, ну, слегка бывает такой, знаете, от старости, небольшой желтый налет, я, в принципе, оставляю. Но тут прям сильно было желтое. Вот. Ну и человек, который отдал на ремонт, такой близкий оказался коллега, музыкант тоже. Вот, поэтому я ему, так сказать, жест доброй воли, так, бесплатно это как бы. В общий ремонт это входит. Друзья, что хотелось бы сказать про голоса? Ну, показывать тут нечего. Ну, просто голоса и голоса. Вот я лаечку тут поменял, подправил. Некоторые голоса установил. Но я вам вот что хочу сказать. Мне очень нравится, как тут установлены голоса изначально. То есть, вот в этом инструменте. Они очень хорошо установлены. Большинство даже трогать не пришлось. То есть, они сразу хороший ответ, хорошая компрессия, все. То есть, голоса установлены, вот именно установка голосов хорошая. Ну и лайка тут тоже нормальная. Вот. Единственное, я думаю, что вот боюсь, что вот это вот, как вот и баяна мелодия, вот эта широкая подошва, розетка так называемая, где вот регистровый механизм, сожрет большую часть вот звуковых качеств вот этого вот аккорда, потому что и резонаторы мне нравятся, как сделаны, добротно, хорошо, просто, но вот они крепкие, не разваливаются, ничего, как бы. В принципе, он пролакировано, все как бы аккуратно сделано, голоса хорошо поставлены. Сейчас еще вот воск весь пройду, короче, паяльничком так подпаяю, где-то добавлю. Потому что где-то вот этот вот, как там называют подписчики, казиновый клей, вот почему-то не везде, а в некоторых местах. Я боюсь, что это просто, наверное, подобные мастера ремонтировали, ну, может быть, и на заводе, но он почему-то не везде. Вот, то есть где-то просто воск. Я пройдусь, конечно, потому что весь этот клей, он отсох, все голоса отошли, все закристаллизовалось. То же самое происходит, когда вы будете с канифолью, много-много с канифолью баловаться, как некоторые подписчики, тоже будет кристаллизация, будут голоса отлетать потом. Вот, но мы сейчас перевоскуем, добавим на воск, чтобы так вязко связать это все, вязко именно. Не хрупко, жестко, а именно вязко, чтобы голоса никуда не отлетали, плотно держались. Вот. Они все, голоса здесь прижаты к дереву. Здесь не надо ничего, ничем их приклеивать. Они плотно прижаты к дереву гвоздиками. Все в порядке. Но, может быть, я предполагаю, что где-то, может, неровности какие-то голосовые, либо резонаторы, может быть, поэтому клеем заливали и именно некоторые голоса прям приклеивали туда. Ну, это какая-то такая работа странная. По мне, так лучше выровнять идеально вот в одну плоскость вот эту вот, где крепятся голоса, вот эту вот линию по всей плоскости выровнять и просто плотно приложить дереву голоса, и все, и вопрос закрыт. Намного, по-моему, проще, быстрее и технологичнее, чем каждый голос высматривать, который прилегает неплотно. Но это мои предположения, я, может быть, много чего не знаю, но ничего, в общем, как бы так.
Работаем дальше. Друзья, ну вот и добрались до басовой планки. Там на всех голосах я установил голоса, короче. Поменял там где-то лайку, но еще не перевосковывал. Так, воск не добавлял, подпаяю там потом. Вот резонатор. Очень приличный резонатор. Сделан красиво, ровненько, геометрично. Все мне нравится, все хорошо. Отогнутый, видите, отогнутый в бок. То есть можно подлезть, подлить. Все можно отремонтировать. Умно сделано, мне нравится. Но бас не звучит. Почему не звучит? И несмотря на то, что он залит на клей приклеенный, там, как пишут некоторые у меня на канале подписчики, что на клей это хорошо, жесткой канифолью, а он не звучит. Почему не звучит? Ну вот почему-то не звучит он. Ну, я вот думал по месту так сделать небольшой ремонт, но я все-таки придется планку всю разобрать, стичить всю канифоль, вот эту вот замечательную, которая очень быстро закристаллизовалась, очень быстро. Вот, и вот всю жизнь баян звучал, так скажем, не очень хорошо. Я так подозреваю, по крайней мере, долго, потому что мне уже достаточно давно написали насчет того баяна, что вот он не звучит, и будем разбираться, по не звучит. И большой расход воздуха, несмотря на то, что вот залоги стоят, все. Будем устанавливать голоса, смотреть зазоры, как, что вообще. Вот, попробуем, ну, как-то так посерьезнее подойти к этой планке, потому что, ну, сильно большой расход воздуха на бас, и бас не звучит совершенно. Ну, как-то нужно над этим вот что-то подумать, что здесь можно сделать. При том, что подошва ровненькая, ничего здесь не выдувает, все хорошо прижимает, а баса нету. Ребята, ну, немножко марафета. Так, левая крышка. Сейчас я раскрою вот эту тряпку, уберу. Здесь поменяю шурупы, немножко вот эти отшлифую. И надо будет отрегулировать левую механику. Как-то не очень, очень маленький ход на некоторых басах. Вот буквально вообще тут 3 миллиметра. Посмотрим, можно ли сделать больше. Вот вроде он выходит миллиметров 5. Ну, миллиметрик можно добавить. Друзья, ну вот такие вот мелочи, как колесики, которые заедают. Конечно, очень много времени забирает. Вот я сейчас вытащил. Сильно было колесо, получается, было глубоко погружено в корпус. Я вот здесь вот сточил часть, здесь сточил, отшлифовал. Дырки немножко расширил, потому что туго ходило само колесико. Видно, его ремонтировали, эпоксидкой заливали. Вот, но оно рабочее. Мы его сейчас установим на место. Немножко вот там повырывалось, но ничего. Клеем нормально будет. Друзья, ну вот клавиатурка, она сейчас подвстает. Вот, клапана уже все встали, все заклеилось там. Сейчас так выглядит все. Здесь отрегулировал, колесо я отрегулировал, выкрутил его, сюда приподнял. Басовую планку закончил, аккордовые я с лайкой проработал с установкой голосов. Сейчас подпаяю немножко. Получается, сейчас я предложил вот еще полирнуть хотя бы сверху и спереди. Видите, очень глубокие такие царапины, как будто как ножом терли. Вот здесь тоже. Хотя бы вот видимость, то, что заполировать. Ну, здесь вот это я полирнул, как бы так. Немножко, может, еще чуть-чуть полирну. Здесь вот я хромом закрасил. Так, чтобы хоть как-то эстетически покрасивее смотрелось. Решеточку вот я материал переклеил. Вот, здесь тоже ее это полирнул. Ну, буквально так, поверхностной полиролью такой. Полировальной, абразивной и машинкой. Просто, ну, так, по-простому. Здесь немножко повозиться придется сейчас. Друзья, ну вот баян вологодский, одновременно делаю гармонь одну, вон, дети уже чайку ту разбирают, делаю вот тульскую, одновременно делаю вологодский. Вот я залил клавиатуру, пришлось, короче, ее снять, немножко мне не понравилось, как я сделал. Ну, я, видите, я, ну, периодически экспериментирую. Тут сделал эксперимент, и он не, получился не очень удачный. Поэтому я перелью традиционно, как я делаю, как уже надежно, проверено. Сейчас клавиатура вся выровнена во всех плоскостях, ну, вот максимально, как можно было, подровнял. Самое главное, чтобы тут не было вот изгиба вот так вот, чтобы ровненько было, когда зальешь, чтобы не вытекало ничего. Все, будем заливать. Тут у нас... Дорогие друзья, ну вот и закончился ремонт баяна ансамбль, или как он называется, вологодский. Вот есть баян тембр, баян ансамбль. Сразу скажу, я не очень люблю эти инструменты, потому что мне никогда не удавалось сделать их до такого результата, который бы меня полностью удовлетворил. Вот. Значит, что сделал с баяном? По корпусу отполировал немного его, привел в порядок.
Вот кнопки я перелил. Вот покажу сейчас. Кнопочки переливал два раза. Вот. Первый раз поэкспериментировал, мне не понравилось, потом переделал, сделал традиционно. Значит, баян трехголосный с разливом. Регистры фагот и два звука в унисон. Ну, ладно, с правой. Мне не очень нравится бас. Он, конечно, стал лучше, но... Ну вот, напишите, я не знаю, может, со стороны лучше как-то звучит. Одноголосный регистр. Может быть, нету какой-то такой яркости звучания. Вот я играю на нем и... регистр от типа банданьон. Баян. Кому-то нравится. Вы знаете, я вот делал такие баяны, приходят люди, которые принесли на ремонт, и радостно слушают, и счастливые убегают. Ну, кому-то нравится. Дело вкуса, наверное. Но в любом случае, баян, конечно, сейчас совсем в другом состоянии. Вот отличные новые ремни. Вот мой поставщик с каждым разом улучшает качество. Я вот не нарадуюсь. И клепочки три, он удлинил их уже. Шикарное качество.
Так что вот кто присылает на ремонт, я просто рекомендую. Вот недорого ставлю. Комплект пока, комплект 2,5. Наверное, буду повышать стоимость. С установкой. С левой. Два плечевых ремня с толстенной кожей. С отличными, очень такими, знаете, добротными пряжками. Заклепочками. Прекрасно. Вот он сейчас прислал последний. Еще лучше. Вот качество вот улучшается с каждым разом. Мне казалось когда-то, что встречу не скоро, и такой необъятной казалась земля. От печали до радости реки и горы, от печали до радости леса и поля, от печали до радости реки и горы. От печали до радости, леса и поля. А где мне взять такую песню? И о тебе, и обо мне. И чтоб никто не догадался, что эта песня о тебе. И чтоб никто не догадался, и чтоб никто не догадался, что это песня о тебе, что это песня о тебе. Ну вот такой, в общем, баянчик. Видите, полировочка, все тут, клавиши. Ну, он выглядит, конечно, сейчас красиво, замечательно выглядит, получился. И звучит он намного лучше, вот, чем был. Вот, ну, в общем, конечно, имеет право жить, имеет право быть, но на любителя.